все мы знаем, какая реакция будет у человека, съевшего лимон. Но что если дать эту кислючую ягоду какому-нибудь животному, например, верблюду? Именно так поступил этот парень. И на удивление, верблюд взял лимон в рот. Сначала он не жевал цитрус, как будто бы понимая, что здесь есть подвох. Но в итоге верблюд не сдержался. И только посмотрите на его реакцию. 三等还要严重